Детская театральная студия «Нарт» на базе Абхазского драмтеатра начала работу в сентябре прошлого года после открытого кастинга, на котором были отобраны 17 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Идея открытия студии принадлежала руководителю театра. Хорошую инициативу поддержал Комитет по государственной языковой политике. Театральный проект, несомненно, помогает развить учеников языковую компетенцию. Участвуя в спектакле, дети слушают, слышат, понимают друг друга, они общаются. Как известно, диалог является одним из самых важных и сложных видов речевой деятельности. Поэтому любая дополнительная возможность в практике диалога может быть полезна. Сцена приучает детей к четкой, правильной, оформленной фонетической и грамматической речи. Мы будем продолжать сотрудничать, мы будем всячески помогать, потому что на самом деле этот проект очень полезен в обучении языка. Занятия по актерскому мастерству, сценической речи и хореографии проходят в студии два раза в неделю. Мастер-классы для маленьких артистов нередко проводят и известные абхазские актеры. Сейчас мы занимаемся постановкой отрывков. Это известные, значит, рассказы зарубежных русских классиков, которые переведены непосредственно на абхазский язык, который мы видим на экранах абхазского телевидения. Это «33 попугая», «Винни-Пух», «Простоквашина». Также мы сейчас занимаемся бременскими музыкантами. В ближайших планах в декабре месяце пройтись по городам Абхазии с этим спектаклем в преддверии Нового года, я думаю, это будет маленьким нашим таким подарком для детишек. Каждое занятие отличается от предыдущего. Преподаватель старается найти индивидуальный подход к ребенку и уделить максимум внимания на развитие разных навыков – речи, классики, сценического мастерства. И что немаловажно, студия работает на бесплатной основе. Несмотря на юный возраст, у маленьких актеров уже есть опыт большой сцены. Кроме всевозможных акций и проектов, дети не так давно приняли участие в съемках полнометражного художественного фильма, снятого по рассказам Фазиля Искандера. Иногда у нас бывают спектакли, мне очень нравится, когда мы выступаем. Я начала читать стихи с выражением. Ну, не только стихи, и все остальное. Актерское мастерство для детей – это в первую очередь развитие речи, коммуникабельности, расширение кругозора. Даже если ребенок не захочет связать свою жизнь с театром, благодаря подобным занятиям он освоит множество полезных навыков. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.